В эти выходные во всем мире прошла экологическая акция «Час Земли». Впервые ее провели в 2007 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Традиция в определенное время на час выключать свет – возможность выразить свое неравнодушие к будущему планеты. К акции присоединились предприятия и самые разные организации, среди них и Московский Кремль. В Химках на час огни погасли на здании театра «Наш дом». Будет выключено наиболее энергопотребляющие оборудование театра и уличная подсветка здания, чтобы напомнить жителям, ну, в частности, сейчас городского округа Химки, о изменениях климата глобальных, ну и экологической обстановки во всем мире. В 2020 году эта акция важна особенно, поскольку как никогда необходимо объединиться, даже виртуально в условиях карантина. Пользователи социальных сетей затемняли аватарки, участвовали в экологических викторинах и, конечно же, гасили свет в своих домах.